Итак, ребятули, еще одно небольшое видеообзор одного из рамбовских кабаков. Называется он Камелот. Это бывшая лагуна. Кто помнит, 96-98 год, тут была жара. А сейчас здесь вот такое заведение открыли. Потом тут было Мимино еще после лагуны, потом снова лагуна, а сейчас вот такой Камелот, бар Камелот. Итак, друзья, что касается жратвы, короче, шашлык 280 рублей, ну, свиной. Что еще нам предлагают? Ну, люля 290, то есть где-то до 300 рублей можно схавать нормальное горячее блюдо на мангале. Время ожидания позиционируют полчаса, сейчас мы это проверим. Кроме того, здесь есть пасты, ну, понятное дело, что ни о каких пастах не может быть и речи, поэтому я про них даже не говорю. Ну, а также тут, короче, куча пельменей, свинина по-купечески, по-итальянски. Короче, выбор охеренно большой, не знаю, как по вкусу. Вот, кроме того, позиционирует свой. А, есть, кстати, супчики грузинские, харчо, чанахи, вот, потом азербайджанский суп какой-то, пити, например, куча салатов, в частности, селедка под шубой. В общем, все, что под балду, все, что под водочку, все это есть. Вот, шаверма, вот не пробовал, надо заставить нашу спутницу Елизавету Шниперсон, знатока местных шаверм, отведать здесь когда-нибудь шаверму и поставить свою оценку, да? Шаверма, между прочим, стоит, короче, куриная 220 рублей, свиная 300. Вот. А, и здесь позиционируется свой бургер. Бургер 250 рублей с картофелем Айдахо. 200-граммовый бургер. Не знаю, что здесь. И уж, конечно, я думаю, что ни в коей мере его нельзя сравнивать с бургерами из мясной лавки или из бюро бургера. Что касаемо балды. Значит, безалкогольные напитки стоят ориентировочно сатыгу. Пивас 0,5 где-то 130-170 кромбахер. Кромбахер 170 рублей. Чешская барная 130. Тяжелой балды, нормальной алкашки здесь нет. Ну или, по крайней мере, нам не дали. В менюшке ее нет. Пивас пивасом, а так все. Вот, в общем, огромное толстенное меню. Огромный выбор жратвы. Посмотрим, что по факту мы получим. 19 минут, и вот что мы получаем. Это шашлык с луком, свинячий, с таким блинчиком-лавашом, капусткой и кепчуком. Это такая же тема. И вот оно, королевство. Это лодочка. Хачапури по-аджарски. Безумно вкусная штука. У меня уже текут слюни, да? Давайте скорее есть. А потом мы с Елизаветой поделимся своими вкусовыми ощущениями. Хачапури наисвежайший, только что испечен. Тесто дрожжевое. Очень вкусное. Я зря переживал, да. Здесь вкусно. Правда, яйца что-то мало. Капуста просто квашеная. Ну и самое главное, мясико. Пахнет реально дымом, реально мангалом. Хорошо прожарено. Мы так макаем его. Перфекто. Никогда бы не подумал, друзья, что в лагуне я просто в шоке. Хорошо посолено, все так, как я люблю. На блинчике вот не таком. Лучка много. Сейчас бы водки еще. Великолепно. Все это примерно на 800 рублей. За удовольствие надо платить. Кстати, друзья,
здесь, в Хачапури, мне кажется, это именно сулугуни, как и должно быть. Да, настоящий сулугуни. Не соленый, а такой как раз вот чуточку пресный, не покупной, явно не покупной. Во, отличная штука. Ну и приговорчик нам принесли. Опаньки. А вот такое вот, как это называется, от заведения? Красивый комплимент. Жест. Комплимент от заведения, пожалуйста. 840 рыбы. Как я и говорил. 850 рублей. Два шашлыка и огромная хачапури. Нам не съесть. Нам просто не съесть. От куза пожрали вдвоем на 850 рублей. И полташка, комплимент заведению. Они нам жестку, мы им полтинничек. Итак, вот, обновленная лагуна, обновленное Мимино. Добро пожаловать в Рамбов. Сюда пожрать вкусно. Рекомендация от Рамбов ТВ. Пока. С вами был Радомир Банько. Арриведерчи!